Ну-ка, брысь, 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 брысь. Нельзя брать без разрешения. Вот такой ведро 6 минут. Огромное, причем ведро большое. Так, идите, говорю. И глазом не моргнет. И не хватит еще и бросить добавку. Здесь не все, конечно, собаки. Миш, ну ты что проворонила-то? Иди к нам. Ладно. Тузик, на, забирай. Рад, ты домой пойдем сейчас есть, ты тут не будешь. Ой. Дорого это все, конечно. Здесь это одно мясо считает. Конечно, хорошо, когда рубец, когда мясо, но это все, конечно, недешево. Ешь, Молли, ешь, ты вы чего ждешь? Чтоб тебя кто-то забрал? Моль, ешь, я тебе дала кусочек, ешь, давай, вот на, старковка. Говорю, что это-то, это все недешево. На днях вот у них были колтыки свиные. Вот 2 дня они их ели, там 21 килограмм. Вот. Сегодня немножко рубца, там внизу уже курятина пошла. К сожалению, вот в этом отделе, где я беру колтыки и рубец, нам не отпускают в долг. Поэтому я там беру только тогда, когда вот у меня есть деньги. Либо наличные, либо на карте. А так завтра, все с завтрашнего дня у нас будет курятина, сухой корм. Все как обычно. Но курица это тоже хорошая еда. И сухой корм у нас Сириус. Ты прекратишь? Молли! На! Посмотри, сколько кусков набрала. И ничего не ест. Сейчас придет толстая пуська и все слопает. Вот. Перед поставщиком у нас долг. В гостинке за курятину тоже небольшой долг. И чего, кормить как-то надо. Сейчас, тихо, сейчас иду. Этих я уже не буду снимать, как буду кормить их, потому что не дадут. Все, видите, что делают? Все. Срочно, срочно. Все, иду, иду. Везем, идем. С ног сбивает.